Анонс и точная дата выхода 122 серии турецкого сериала «Запретный плод». 122 серия сериала выйдет в эфир 29 ноября. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как на бракоразводном процессе в зале суда неожиданно появилась Кумру. Йылдыз заявила, что эта женщина является любовницей ее мужа. Если она разведется благодаря показаниям Кумру, то лучше она не станет разводиться с этим мужчиной, который считал ее полной дурой. Кумру узнала о том, что ее отец встречался во время ужина с Йылдыз. Доган не стал это отрицать, и это был всего лишь деловой ужин. Нервы Чагатая оказались на пределе, после того, что ему сказал Доган. Он хотел наброситься на него, но его остановили. Тогда Чагатай предупредил Догана, чтобы он держался подальше от его семьи, или же он за себя не ручается. Когда Чагатай пришел к Йылдыз, то хотел задать ей лишь один вопрос, который больше всего его волнует. Действительно ли между ней и Доганом есть какие-то отношения? Йылдыз была шокирована подобным заявлением. Чагатай имеет совесть изменять в открытую своей жене, а затем еще и что-то предъявлять и отчитывать. На следующем заседании Чагатай попросил спасти его от этой бесстыжей и лживой женщины. Хотя раньше он был категорически против развода. Для Йылдыз это стало неожиданным поворотом событий. Напомним, 122 серия сериала выйдет в эфир 29 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.